Друзья, сегодня я вам покажу интересный домик в городе Пскове. Вы же меня все просите показать вам районы, показать вам дома, недвижимость. Ну вот я и начну постепенно это делать. Михайловская 1. Ну, это вообще считается домик хороший. Ну, как хороший? Ну, знаете, у меня есть знакомые, и, ну, скажем так, и незнакомые, которые здесь, пожив, через некоторое время квартиру они продали. Слышала, что на верхних этажах жалуются на ветер, да, что из стен дует, особенно из крайних квартир. Ну, в целом, по нашим меркам, считается хорошее жилье. Ну, вот видите, да, по первому этажу тут магазины, всякие разные, да. А подъезды как бы с другой стороны, мы сейчас туда пройдем. Вот мы обходим дом сбоку. Видите, там какой-то котлован страшный. Позади, вон там, видите, стройка идет. Вон там. Это Владимирская. Ну, так там жилье такое. И военные ипотеки берут. И вот мы заворачиваем во двор. Михайловская 1. Видите, а там частный сектор. Прикиньте, да, прикольно, да? Верхние этажи видят все, что во дворах частного сектора творится. Вот такие у нас подъезды начинаются, видите? Сколько этажей? Не знаю, потом посчитаю и вам на Авито еще покажу. А вот там обособленно стоят две свечки. Вот я не знаю, это тоже Михайловская 1 или какой-то уже другой номер. Надо посмотреть. Там еще таких две, как бы, две свечки обособленно стоят. Ну и частный сектор. Красиво, да? Вон, особенно этот домик красивый. Ну, зайдем в подъезд, посмотрим. Вам покажу подъезд. Квартиру, естественно, не покажу. Квартиру могу показать на Авито. На Авито. Вот мы вошли в подъезд первый. Ну, вот такой дом, как бы, да. Ящички. Ну, так, в принципе, ничего, отделка. Я не знаю, сколько лет этому дому. Я потом посмотрю. Я вам скажу, сколько лет этому дому. Лифт. Посмотрим лифт. Ну, такой один большой лифт. Можно что-то, наверное, тяжелое, да, провести. В принципе, нормально. Даже чистенько в подъезде. Да, довольно-таки чисто. Ну вот, мы прошли немножко вперед. Опять-таки, тут частный сектор с одной стороны. Да, и здесь высокий-высокий дом. Вот такой вот. Сейчас мы тоже подойдем к подъездам. Там у нас в стороне Магнит, по-моему, с фронтальной части. Там, по-моему, Байкова улица идет. Через дорогу. Но тут уже более такие, как сказать, подъезды масштабные такие. Видите, там парковка идет. Все такое, да, интересное. То есть тут уже так поинтереснее все, чем в том доме. Вот какой это адрес? Я вот что-то не поняла. А, ну это, наверное, тоже Михайловская, потому что один, потому что, видите, подъезд номер 7. Это продолжение дома, да? Собачка тут сидит. Походу, бездомная собачка. Вот я помню, когда в ПИИ училась, в Синовский институт в Любятово, нам педагог рассказывала, что был такой случай давным-давно. Администрация города платила какому-то дядьке, чтобы тот то ли травил, то ли отстреливал собак. Ну, я не могу сказать. В общем, каким-то образом он их уничтожал, бездомных. Вот. А потом этого дядьку кто-то то ли побил, опять-таки. Ну, в общем, нанес какие-то увечья. Ну, и дядька отказался больше этим заниматься, как бы. Вот. Ну, и теперь вот у нас... Не-не-не, я не оправдываю. Это убивать никого нельзя, ребятки. Надо, наоборот, делать так, чтобы, ну, стерилизовать, там, как-то ухаживать, там, штрафовать людей за то, что они выбрасывают собак, плохо к ним относятся. Понимаете? Я вот, например, не понимаю, как так может от тебя убежать собака. Значит, ты раздолбай. Если от тебя собака убегает, значит, тебе и детей нельзя рожать. Ну, ты не способен ни на что. Ну, ребятки, надо уметь признать свою никчемность в этой жизни. И тогда все наладится. Вот мы зашли в подъезд. Вот тут такой большой подъезд, большой предбанник. Свет сразу гаснет. Дофига. Видите, сколько тут лифтов? Тут грузовой лифт и два пассажирских. Да? Давайте посмотрим.
грузовой. Блин, он на 18 этаже. А он тут на первом. На первом. Сейчас, наверное, откроется. Посмотрим. Вот такой лифт. Обычный тесный лифт. В целом неплохо. Так, а тут нам сейчас приедет. Медленно едет так, на самом деле. Воняет в подъезде. То ли канализация, то ли чем пахнет. Запах, конечно, неприятный. Очень сильно неприятный запах стоит. Ну, как быстро лампочки гаснут. Видите, какие выставлены эти, ну, короткие промежутки. Господи, как лифт медленно едет, боже мой. Видите, такой большой лифт. Огромный просто. Хотя тут написано для перевозки пожарных подразделений. То есть это, видимо, того тоже надо использовать по назначению. Хотя люди, видимо, ездят. Что я в целом могу сказать об этом доме? Да, это один дом, это все Михайловская 1. Вот этот вот первый, да, длинный дом, он немножко, как мне показалось, хуже, чем эти две свечки. Потому что, ну, две свечки, они выше, там 18 этажей, тот пониже. Здесь три лифта, подземная парковка, да, ну, вы видели. В целом выглядит немножко поприличнее. Но я помню, как, по-моему, вот одна из моих знакомых, она продавала квартиру где-то там на высоком этаже, жаловалась то, что все-таки, ну, прохладно, то есть задувает. Тут район еще такой ветреный. Я вам сейчас район этот покажу. Вот тут уже начинаются такие вот старенькие домики. Ну, как старенькие? Ну, вы знаете, такие построенные, наверное, конца 90-х они, да. У меня тут родственники, кстати, живут вот там где-то. И раньше там, туда, в ту сторону, было поле. Мы приезжали, мне было лет, наверное, 10. И там, да, 10 лет мне было, да. Они только, наверное, купили на конце 90-х. С севера приехали. И там было поле, там паслись коровы. Я вам покажу, что там сейчас. Я помню, у них вот окна на ту сторону выходили. И там были коровы. Поле и коровы. Да эти поле, это поле было еще, когда в 11-м году я замуж выходила. Там тоже еще было поле. Ну, в принципе, такой райончик. Мы пройдем сейчас вот туда, в ту сторону. В сторону... какая же там улица-то? Коммунальная, что ли, идет? Да? Или какая? Я не знаю. Ну, в общем, короче говоря, до движухи, до автобусной остановки идти минут 10 отсюда. Туда, до автобусной остановки, да, минут 10. Вот мы сейчас пойдем в ту сторону. Что рядом, что поблизости? Значит, рядом торговый центр «Акваполис». Торговый центр «Гулливер». Ну, то есть до «Акваполиса» минут, наверное, 15 идти, а до «Гулливера» идти минут 5. Я вам покажу сейчас этот «Гулливер». Ну, такой стрёмненький, не то что «Акваполис». Ну, там так, магазинчики есть, скажем так. Что свойственно для России? Вот это, друзья мои. Когда собачки какают, и за ними не убирают. Ребятки, ну, это мерзко. Это мерзко. Знаете, ладно, раздолбанные дороги, асфальт. Но когда сранье под ногами валяется, ну это ужасно, это ужасно. По поводу школы. Вот мы пришли оттуда, да? Перешли дорожку Байкова туда. И вот сюда мы вышли. Здесь ППК, да? Какая, я не помню, 26-я школа, что ли, это, да? Значит, здесь школа. И где-то здесь еще сад должен быть во дворах. Вот где-то рядом здесь со школой сад еще. Это точняк. Но где, я не знаю. Но там где-то должен быть сад рядом, да. Вот слевее, наверное, школа там во дворах. И вот из-за этой школы как раз-таки «Гулливер». А вот там, смотрите, вот там виднеются голубые окошки. Видите, вот эти вот? Это там спортивный комплекс «Оазис». Там бассейн, фитнес, все остальное. Если взять правее, правее, в ту сторону, вот в ту сторону, да? Мы сейчас туда немножко это пройду. Значит, там будет у нас тоже там вот вперед и чуть-чуть левее. Там будет у нас этот Ледовый дворец. И тоже там такой рынок небольшой. Ну, то есть так вот, да? Если в другую сторону идти, вот туда, да, минут 15, там будет Империал, Пик. Ну, и левее туда, вот уже в ту сторону, там Акваполис.
кто не понимает, что такое ПИК, Акваполис, это торговые центры, Гулливер, это все торговые центры, я вам перечисляю. Друзья псковичи, вот вы не знаете, что там за сарай такой? Похож на какие-то конюшни, я не знаю, там еще какой-то дом разрушенный. Смотрите, он без крыши. Что это такое вообще? Я вот сколько смотрю, сколько лет хожу, что это такое непонятное? Вот это центр бассейн, спа, фитнес, значит. А вот здесь у нас школа ППК 26-я. Ну, типа, это такая престижная школа. Сильный ветер дует, снег пошел. Ну, вот это школа. Вот она, школа эта. А вот тут у нас центр занятости. Где он? А, нет, где он? Я не вижу. А, нет, вот он, наверное, да? Нет, это детский сад. Это детский сад у нас. Вот он, совсем рядышком, да? А вот там центр занятости, там, где работу людям ищут. Вот здесь вот. Ну, и это и называется Гулливер, центр, да? Торговый. Вот, центр занятости, где вам никогда не найдут хорошую работу, потому что они сами там работают за копейки, просто за гроши, за минималку. Значит, здесь у нас рядом со школой такие роллы с ободранной стеной. Это нормально для России, для Пскова. Так, там у нас парикмахерская, тут у нас какая-то типа передвижная кофейня, много мебели. Тут у нас бабульки или кто сидят, что-то торгуют, как в 90-е. Тут у нас пятерочка. Пятерочка. Фото на документы. И так, гномик, детская одежда. Товар для дома. Аптеки. Псковский фермер какой-то. Улыбка радуги. Там сумки продают, мини-лента. Прикольно. Пекарня. Вредная пекарня. Там, где продают вкусные, но очень вредные булки. Вот он, центр занятости. Ну, вот так вот, знаете, так вот. Оптика. Что там, дом дверей. Там шмотки еще, там еще такое, как цокольное помещение там. Да, дом дверей. Ну, короче, так-так. Что-то можно купить. Ну, вот, я вышла, да? Ну, в общем, тут бижутерия, вот, рукоделие, обувь, игрушки. МТС, сумки, вот тут одежда, видите, вход, тут еще продают одежду. И еще с другой стороны точно так же, вот есть тут такой вход, тут Магнит Косметикс еще. Короче, тут тоже шматье продают. А вот там уже как бы вот движуха пошла, да, вот это уже улица коммунальная, да, это получается, да, коммунальная улица. Тут уже автобусы ходят. Вот в ту сторону у нас пошел там Ледовый, там Лента у нас, там Фьорд Плаза, новые дома, новый район. Это как бы уже тут постарее дома. И вот здесь уже как бы вообще постарее все, да, туда пошло. К центру, к Кремлю. Ну, тут типа автобусная остановка, а тут, видите, такие вот магазинчики. Алкашка, животные и фрукты, овощи. Вот, вот такое у нас разнообразие, милое. Погода, ребятки, испортилась. Вот вы меня просите, да, вам районы поснимать? Все не хотела, но думаю, ладно, поснимаю. Видите, погода-то отвратная у нас. Противная. Вот сейчас иду в Империал. Идет снег, дует ветер. Знаете, снег такой мокрый, противный, как дождь. И я вспомнила видео свое про улыбки, да, что почему русские не улыбаются. Ребятки, вы попробуйте улыбнуться, когда тебе в морду летит мокрый снег. Ты идешь вот так. Вот так. Я серьезно говорю, и все так идут. Я обратила внимание, что вот так. Вот так. Потому что ты щуришься, потому что это все летит, да? Ну, понимаете, да? Поэтому мы не улыбаемся. Я думаю, поэтому. Суровые климатические условия. Классный рюкзак, да? Классный вообще. Супер. Мне так понравился. И дядька такой интересный, да? Фактурный. Ну, в смысле, одежда такая, знаете, под Советский Союз что-то косит. О, вот Советский Союз, кстати, смотрите. Классно, да? Ребятушки, самое главное, что я вам забыла рассказать, все-таки подробно про Михайловскую 1. Самое важное, друзья мои. А самое важное, это то, что
это считается район, да, что у них своя поликлиника, своя больница, и она находится в заднице. Вот для Заверичинских вот эта поликлиника вторая, да, горбольница, да, вот там рядом областная детская больница. А для Михайловской вроде это и близко все, это город, да, но это считается деревня Борисовича, да, по-моему. То есть у них будет районная больница, вас увезут, у вас будет районная поликлиника на Запсковье. Но единственный плюс, у вас будет детская областная больница, по-моему. Там лучше врачи, да? Лучше намного. Ну, как бы при больнице, да, поликлиника, да, при областной, там лучше врачи. Ну, там, конечно, построены, по-моему, свои сады и школы рядом, да, тоже, по-моему. То есть я вам показывала школу, наверное, Михайловская не относится к ней, да. Вот в чем проблема. Как бы, ну, понимаете, да, что районные поликлиники, районные больницы, они хуже по качеству, да. То есть вот такой нюанс. Вроде ты и в городе живешь, вроде все как и у всех, но у тебя медицина другая. Наверное, есть еще и другие нюансы, о которых я не знаю. Ну что, ребятушки, вот мы зашли на Авито, и вот тут у нас вот этот домик. Видите, да? Вот этот домик, это вот где мы с вами ходили. Вот это две башенки, да? И вот тут у нас продается раз, два, три, четыре квартирки всего. Четыре квартирки. Ну что, давайте посмотрим вот эту первую за 6,5 миллионов. Так, давайте фоточки откроем. Вот так вот, да. Ну, смотрим, да? Такая большая комнатка. Не понимаю, это что, угловая, типа угол, что ли? Дом, дом. Ну, это неинтересно. Подъезд вот этот вонючий, да, в котором мы были, помните? Это кухня. Видите, только кухня голенькая у нас. Посудомойку, наверное, что ли, оставят. Опять бестолковые фото. Так, это у нас кухня опять. Это балкон у нас. Прихожая. Странная прихожая, да, какая-то такая прямоугольная. Ну, большая, да, и тут чисто двери все идут. Ну, как-то не очень интересно, правда? Значит, это входная дверь. И тут пошли туалет, наверное, с ванной. Фиг знает. Там, наверное, прямо кухня туда, вот вы видите, в зеркале, да? И здесь, наверное, жилые комнаты. 6,5 миллионов. А, тут, видите, еще 4 комнаты, значит, да? Ну, типа кухня. Кухня и 3 комнаты, да? А тут, наверное, ванная и туалет. Это одна комната. Какая-то мелкая, да? Это вот она же, наверное. Это вторая комната. Это, наверное, все оставляют. Детская, типа, наверное, на двоих. Видите? Детская, да. Это, наверное, гостиная, типа. Угу. Гостиная. А, ну да, видите, 3 комнатки, туалет и ванная вот такая. Ну, нормально, все, ремонтик, все есть. Вот, видите? Да, вот прихожая, сюда кухня, здесь ванна, туалет и 3 комнаты. Значит, общая площадь, посмотрим. 85 квадратов, видите, 6,5 миллионов. Блин, ну видите, как дорого стоит вообще, пипец. Вообще жесть, конечно, 6,5 миллионов. Ну, в целом больше ничего не написано. А, нет, вот большое описание. Так, продается квартира. Значит, вот год постройки. 2014 год. Кирпично-монолитный дом. В хорошем состоянии. Стеклопакеты. Кухня остается. Так. Оставляем кухню и всю встроенную мебель. 13 этаж. Видны все окрестности. Все в шаговой доступности. Ну, вообще, да, рядом детский сад, фитнес, то, что я вам показывала, да, 3 лифта, 1 грузовой. Квартира свободна. Рассматриваем любые формы и варианты расчета, в том числе зачет стоимости любым вашим недвижимым имуществом. Это что такое? Материнские капиталы, субсидии, сертификаты. Возможно, ипотека. Все документы готовы. Ну, вот такой домик, да? Ну, посмотрим вот эту квартирку за 5 миллионов 100 тысяч рублей. Посмотрим ее. Тоже башенка вот эта вот, да, соседняя. Так, сколько тут квадратов-то? 65, 15 этаж. Блин, задувать будет, я думаю. Я думаю, будет задувать.
Так, это что такое? У нас комната какая-то мелкая, кухонька такая. Видите, тут как-то уже поскромнее, да? Балкон не застеклен. Вы обратили квартире, внимание, что в той квартире был застеклен балкон. Туалет скромненький, ванна тоже, видите, попроще все. Все попроще, короче. Наверное, вообще с отделкой, наверное, с первичной. Так, вот, чтобы понять, как у нас. Потому что я не люблю вот эти планы смотреть, знаете, вообще нифига непонятно. Не хочется все-таки увидеть, как все обстоит дело. Так, где вход-то у нас вообще? Так, спальня, гостиная, кухня. Это что, балкон, типа, на кухне? Типа, вот это прихожая, да, заходишь, спальня, гостиная. То есть двушка за 500, ребятки, ну это охренеть. Это для нас, знаете, как дорого для Пскова? Вы не представляете. Мне кажется, что у нас цены как в Питере уже. Что тут у нас? Кухня, ванна, туалет. Ну, короче, не, дерьмовенькая какая-то планировка, честно вам скажу. Мне не очень нравится. И за это 500 они хотят. Кошмар, конечно. Ремонтик такой, чисто, мне кажется, базовый. Площадь 65. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Скудненько какое-то описание, скудненько. И они за это хотят 500. Да ну вас нафиг. Так, смотрим следующую. 6 миллионов 900 тысяч. Еще круче. Еще круче за двушку. За двушку, ребятки. Тоже за двушку 56 метров. Представляете, если та была 65, это 56. Причем, ну шестой этаж. Это, видите, еще нормальный этаж такой более-менее. Я не люблю высокие. Почитаем сразу описание, чтобы понять, ну вообще, с чем они ее продают. Так. Просторная кухня, гостиная с панорамными окнами 30 квадратных метров. Вот нафига она такая большая, 30 квадратных? А? Спальня 12. То есть у них типа как кухня объединена с комнатой? Ну, блин, бред. 30 квадратов. Не знаю, я считаю, что непрактично. Холодильник, посудомойка, электролюкс, сварочная поверхность, духовка, вытяжка, кондиционер, стиралка. Полностью благоустроена, с мебелью, техникой, шторы, ковры. Короче, даже светильники и цветы все оставят. Остается все, въезжай и живи. Короче, ничего не надо делать. Ну поэтому, видите, да, въезжай и живи. За 7 миллионов, короче, 56 квадратов. Вы представляете? Интересно, сколько они будут ее продавать? Вот мне просто интересно, вот сколько? И кому ее продавать? Ну, военным, что ли? Ну, что, военные так хорошо зарабатывают? Не знаю, смысл за 7 миллионов покупать, если ты потом уедешь куда-то, не знаю. Не, ну красиво, что? Это значит гостиная, что ли, что это? Ну видите, да, видите, как сделано. Ребятки, я считаю, что это не очень практично. Ну, не очень практично. Ну, за фигам такая большая гостиная. Ну. За 7 миллионов купить такую хату с такой невыгодной планировкой. Для кого? Для кого? Тут входная дверь, что ли? И сразу прихожка, что ли? Пипец. Ну, не знаю, ребятки. Зеркало. Ну, видно, что, конечно, потратились, да, на все это дело, но... Да, ну, ванна хорошая, да, все это ремонтик такой хороший сделан. Да. Завидую тем, у кого хороший ремонтик ванны. У нас-то стрёмненько. Даже не из-за красоты, а чисто, знаете, то, что прилично. Ну да, видите, прихожка, и, видимо, туда пошла вот эта вот, ну, налево вот сюда пошла уже вот эта гостиная кухня. Так, да, а сюда, видимо, комната пошла, да? Да, комната, ну комната ничего, что свет мне не нравится, светильник не нравится, не знаю, фигня какая-то. Ну, в общем, в целом, ребятки, видно, что люди старались, что-то делали. Некрасиво вот эта тумба, некрасиво, тем более то, что, видите, по высоте не подходит. Видно, что люди старались, но, ребятки, 7 миллионов. Ну, вот и вы бы дали 7 миллионов за это, я бы не дала. Это балкон, что ли? Вот. Ну, короче, мне не понравилось, ребятушки. Мне не понравилось. Так, ну и еще одна за 2600. Тут что, голые стены, что ли, за 2600? Что-то дешево. Так. Квартира-студия. 28 с половиной метров. Шестой этаж в восьмиэтажном доме. Так. Описание. Описание две строчки. Мебель, техника остается. Один взрослый собственник. Все, на этом описание закончилось.
Короче, я хочу сказать, что фотки какие-то плохие. Вот я сразу вижу, да? Прихожка, маленькая прихожая, да какая-то мелкая. Тут сразу туалет. Пипец вообще. Клоповник какой-то. Туалет и ванна вместе, типа? Капец. Да. Так, это тоже не благоустроен балкон. Так. Ну, тут более-менее. Так, я не понимаю, там что же, кухня, что ли? Кухня и спальня сразу? Ага, видите, кухня, и тут же жрешь, тут же спишь, и чуть-чуть прошел, и там же посрать, и поссать можешь. Ну, не, ребятки, ну, я говорю, цены так взлетели, ну, какие 2 600? Да ну, 1 800 000, я не знаю, я бы больше не отдала бы за это. Больше 1 800 000 я бы не отдала. Ну, вот вы посмотрели, да, примерная стоимость. Ну, как, вы в шоке? Друзья мои в шоке. Ну, дом считается таким хорошим достаточно, да? Ну, блин, мне ничего не понравилось. Вот я не знаю, я так чувствую, что тут вот в этом длинном такие похуже как будто квартиры. Вот в этих высоточках получше. Хотя планировка мне тоже не очень нравится. Так как-то, ну, неинтересненько как-то. Знаете, прямоугольная прихожка и просто там комната разветвления. Ну, короче, вы увидели цены. Я думаю, что я ваше желание утолила. Ой, смотрите, вот тут рядышком еще девятиэтажка, она более старая. Давайте посмотрим, за 6 миллионов 400 продают. Все, сейчас посмотрим. Вот это, просто мне интересно, что там продают. Так, план. Ну, это уже старая такая планировка, да? Какого года постройки? Вот я не знаю. Мне кажется, что где-то, наверное, в 2000-х, наверное, строили. Уже. Или в конце 90-х, я не знаю. 86 квадратов, третий этаж, 10 этажей. Санузел раздельный. Так, продается просторная трешка. Нестандартной планировки. Так, ну, школа, сад, ну, халса. Тут все рядом есть. Кухня 12, коридор 12 метров. Две лоджии, раздельный санузел. Так, два кондиционера, бытовая техника, кухонный гарнитур остаются. Квартира очень теплая. Прямая продажа. Совершеннолетний собственник, без обременений. Владеет с момента постройки дома, первая продажа. Блин, ну посмотрим, что же человек продает за 6 миллионов 450 тысяч рублей. Фоток мало. Друзья, мой совет. Ну делайте... О. Офигеть, это вообще, это что такое? Что за стрём? Как будто это важно. Вы хотя бы сделали бы фотки, но, короче, я не знаю, ребятки. Я чувствую, что это какой-то стрём. Просто стрём. И вот эта вот сумма, это за что вообще сумма? За что? Капец, конечно. Видите, как у нас обалдевшие вообще люди? Люди обалдевшие. Они видят, что повышаются цены. Они тоже повышают. Капец. Ну, давайте по плану посмотрим. Попытаемся разобраться, что куда. Так, вот я нифига не понимаю в этих планах. Вот честно говорю, вот смотрю и думаю, господи, ну что за каракули? Так, это лестница, да, наверное? Это лифт? Это лестница? Где вход? Где вход? А, вот сюда, наверное, вот это вход, это прихожка, да? Прихожка или что это? Или тут вход? Короче, нифига не поняла. Короче, тут одна комната, тут она. Короче, ребятки, мужик или баба, кто-то там, это много. Вот за это много, я так считаю. Ну ладно, все тогда. Ставьте лайк.